Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня попросили сшить чехлы для матраса, 3 штуки. Вот я сшила материал штапель. Вот она, изнаночная сторона. Я здесь что вам хочу показать. Этот чехол прикреплять после того, как надели на матрас. Вот я использовала такие кнопочки. Очень удобные. Расстояние 13 сантиметров между каждыми. И очень удобно. Раз-раз одела, закрыла. И не надо пришивать. Открываешь. Надеваешь, закрываешь. Очень удобно. Ширина чехла 1,2 сантиметра, длина 1,92 м. Вот так. Раньше я один раз вот такие липучки использовала, но очень неудобные. Когда в стирку бросаешь, эти штучки потом куда только они не цепляются. Так что этот способ я вам не советую. Самый удобный вариант — вот такие кнопочки. И вот на одну сторону, вот 3 чехла, на одну сторону материала не хватило. И я что сделала, тоже хочу показать. Этих чехлов я с краю отрезала по 27 сантиметров. И вот эти 27 сантиметров я использовала здесь, вот кусками. Раз, два, 3, 4, еще здесь маленький кусок должен быть. Или на этой стороне. По-моему, на этой. Вот. Не хватило. Сейчас открою последнюю кнопку. И вот здесь. Узкий кусок. Между собой пришила. Вот. И получилась еще одна сторона. И материал с пользой использовали. И лишнее опять не надо покупать. Одна сторона. Ничего страшного. С этой стороны вообще не видно шов. Потому что мелкие цветочки вот только здесь видны. Но эту сторону можно вниз направить. А здесь уже шва нету. На этой стороне она цельная, вот. И только вот это так вышло. Вот так, мои дорогие. Самое главное в этом видео я хотела вам, может, кто-то знает, просто я раньше так не делала, вот свои тоже матрасы некоторые надо поменять. Вот кнопочки очень удобные. Вот так. Сейчас эти тоже отметила. Вот, верхний и нижний. Вот так. И буду пришивать кнопочки. 7 штук. И вот такие кнопки. Можно чуть побольше, но какие у меня были, такие использую. Вот, вот. Так. И вот расстояние такое. До новых встреч, мои дорогие!